блин, я даже не знала, как рисовать, ты говоришь, этим. Короче, нарисуем контур кисточкой. А канализация центральная, а в самом этом населенном пункте или где-то хутор рядом? Оно там типа, как я думала, это вообще деревня. Оказалось, что это вообще город. Да, нормально. Кадыжинск. Ну там как деревня все. Тут деревья не видела. Это вообще-то станица была. Кадыжинская, да. А там... Потом разрослась. Там рядом этот, как он там называется? Там пивасик был. Да. Нет, в целом на Кубани все станицы живые. Но нету такого, что прям ужас. Ну, знаешь, как вот на севере где-то там всего три дома деревянных, ничего нет. А тут везде как бы кирпич, окошки пластиковые, там машинки, у всех все нормально. Мне ее вообще как здесь больше нравится. Ну, ей нравится, что у нее свой дом. Как бы она же в стене. У нее прям своего личного дома не было. И в этом плане это, конечно. Ты трехлетний Миша рисовал. Мама, я нарисовал. Я сделали. Что за слово написано во втором ряду первое? Икея. Нет, светильник. Стирка, сперма. Что там написано? Пылесос, я не вижу. Светильник. Это такая табличка.